Шугу Шамширу около 100 лет. Память народного певца – уникальная библиотека. 500 000 строк классической поэзии Востока, народных дастанов и мейхана, собственных песен и легенд помнит этот Гомер наших дней. Рассказывают, одна вековуха очень долго просила Аллаха: «Сделай меня молоденькой». Бог пожалел ее, и стала она юной. Но насладиться своим счастьем так и не смогла, потому что душа у нее по-прежнему осталась старой. С тех пор девочка на все смотрела глазами очень опытного человека. И счастье, которого так ждала, не получилось. Каждая конкретная жизнь единственная в своем роде и потому неповторима. Она по-своему хороша и юностью, и старостью. Старость, долголетие, близкое к вечности. Их тысячи в Азербайджане, ахсакалов, перешагнувших столетний рубеж, людей, которых природа наградила таким драгоценным даром. Чабаны, земледельцы, мастера столярного, плотничьего, портняжного дела. Они еще сильны и здоровы, чтобы делом и советом служить родине, людям. В селе Зарыслы живет Заабитенена Мусаева. Ей 130 лет, но как прекрасны эти добрые, строгие руки, словно вырезанные из коры старого дерева, руки, никогда не знающие покоя. А это тетушка Амина из хачмазского села Илыхчы. Бывают глаза, выцветшие от времени. Из этих льется чистый и спокойный свет. Они смеются над наивными, кто убежден, что в 130 лет жизнь – тяжелое бремя. Барзаву дорогу, что ведет в горы, называют тропой Ширали. Ее проложил самый старый человек планеты, современник Пушкина и Наполеона, Бетховена и Дарвина, и наш современник. Нет, пожалуй, на свете другого человека с таким трудовым стажем. 1,5 века он обживает землю, делает уютней, богаче свой горный край. Сегодня Ширали Мюслимову исполняется 167 лет. В день рождения можно и сфотографироваться. Только подожди, внучок, приведу себя в порядок. Человека, который не знал бы Багадура Киши. Мне больше 100 лет. 70 из них я проработал почтальоном. Сначала в Баку, а потом в Шуше, чтобы быть поближе к родителям. Это когда им стукнуло по 150 лет.
трудолюбивые они были люди. С малых лет и меня приучили к делу. Ради труда приходит в мир человек. Ради труда. А если он бездельник, ненадолго хватит его на этом свете. Сколько больших и малых дорог исходил я пешком с сумкой за плечами. И радости людям дарил. И с грустными вестями встречался. Особенно в войну. Последние годы пенсии и пособие разносил. А теперь вот мне каждый месяц пенсию прямо домой приносят. Заботится о нас, стариках. Партия, государство. Самый старый портной Ахдаша Агамир Азизов. Когда началась война, я попросился на фронт. Тебе нельзя, говорят мне. Почему? Я тоже умею держать ружье. У тебя есть ружье. Смотрю на них и ничего не понимаю. Да мы о твоей игле говорим, отвечают мне. В Агдаше открывается цех, где будут шить шинели для Красной Армии. До последних дней войны цех работал круглосуточно. До конца войны я считал себя солдатом. Иногда молодые стремятся найти себе профессию громкую. Но мода — дело временное, она уйдет, а ты останешься с ремеслом, которому душа не лежит. И тогда вся жизнь в чем-то проиграет. Станет скучной, серой, а профессия обуза. Конечно, разные люди, наши столешники. Имена, биографии, судьбы. Но есть общее. Все они дети крестьян и рабочих. И еще все аксакалы семейные люди. По обычаю дедов, в первый день совместной жизни зажигают супруги огонь. И гореть ему, пока они вместе. Живет семья Мусаевых. Это живой урок, назидание о священном долге супругов друг перед другом, домом, детьми. Абитуи Гасана согревает оджак. У них около 300 детей, внуков, правнуков. Когда садится семья за стол, одного самовара им не хватает. Если не горит очаг в доме, значит нет жизни в доме. А чтобы долго жить, надо всегда иметь семью. Большую семью. Когда я родился, мой отец посадил сразу два дерева. Одну чинару на вершине горы, а другую в нашем саду. Жизнь одинокого дерева не была долгой. А вот другая чинара живет и поныне. Ей легче вместе с другими деревьями стоять против ветров. В семье человек как дерево в саду. Ему легче пережить бураны. Есть на кого опереться. Старейшины села Тюкябан. Им вместе около 1000 лет. А обсуждают они очень важный вопрос. Юный земляк Меджит собирается взять в жены красавицу Гёйчаки из соседнего Барзаву. По традиции, в создании новой семьи принимает участие вся деревня.
просить руки невесты поедет Мирали, старому чабану 148 лет, и он лучший сват во всем Лирике. Сколько семейных оджагов благословил он в жизнь, пожалуй, больше, чем звезд на небе. Жить долго, и этому оджагу гореть ярко. И на их золотой свадьбе Ашук-Шамшир еще споет свою новую песню.